Уважаемые петербуржцы и гости города, судоходная компания «Нева Тревел» приглашает вас совершить увлекательное ночное путешествие. Thank you.
Среди элитных жилых домов,
этой рабочей кружки на фронт 500 человек погибли от тяжелого ранения. Их место в окопах заняли женщины и подростки. В послевоенные годы на заводе было налажено производство стальных кораблей разных моделей. В 50-е годы здесь были созданы первые в мире катера, с которых запускались крылатые ракеты. Это был прорыв в военной технике, который изменил тактику морских сражений. Еще одним новшеством стал синхрон воздушной подушки, который должен был производить завод строит также электрические. Как мы расскажем о чем? Как называется платная автодорога, которая проходит на уровне, соединяет чаще случаев с южным пошлем парадных маршрутов. Не используется никаких особых
улицы не лишены террас, ganda ng amoy ng dagat. At sarap amoy yan. Amoy na.